подать последний звонок предоставляется ученику и ученице 11 класса Маркуш Ивану и Свиридон Ань. Ну вот и все, урок закончен, не повторить его вам никогда. Откройте уши и внимайте звучанию последнего звонка. Сделала здесь в ограде грядочки. Саша мне сегодня перекультивировала здесь землю, привезли они песка. Все перекультивировали. Высыпали сюда бочку золы, в общем, песок, подлучок и чеснок. В общем, здесь посадила грядочку лука семейного и там грядочку чеснока. Там у меня вдоль забора сидит клубничка. Прошлогодние усики, в общем, свежая. Я ее тоже потом, немного земля подсохнет, я ее прорыхлю. Потому что земля еще сыроватая. Поливать не стала ни лук, ни чеснок. И вот здесь вот грядочку сделала такую-то под цветочки. Потом семенами посею. Ну а так пока главное лучок, чесночок посадила. Пока было более-менее. Сейчас у нас пасмурно стало. Время уже к вечеру. Пока вот потихоньку занимаемся. Ванечка спит. Ярушка за ним приглядывает время от времени. Помощник тоже. Ага. Саша там с Никитой продолжает делать тепличку. Сейчас Саша распиливает трубу. ПНД. Одну они уже прикрутили 20 диаметра на теплицу. И сейчас Саша делает разрез на второй, чтобы поверх 20 одевать 25. В общем. Сейчас поближе приду, покажу. А то пока Саша там пилит, не слышно будет. Все низа Саша заменили уже с Никитой. Сделали эту тепличку. Каркас уже полностью почти собрали. Красота теперь, хорошо. Вот эти вот трубки тоже ПНД прикрутили уже. Вот эти вот. Так же теперь, как и там смотрится. Ну, вообще замечательно прям. Времени, конечно, много занимает. Ну, лучше уже раз переделать нормально. И будет хорошо. Раз у нас встал. Да? Летели у нас ласточки снова, но что-то не стали селиться в это гнездо, стали вон новое гнездо себе вить. Вот там сначала были споры большие у них здесь, залетало 4 ласточки, но, видимо, не поделили что-то, и теперь вьют новое гнездышко. А это стоит пустое, но несколько лет они здесь, в общем, выводили, 2 года подряд выводили по 2 выводка за лето. В общем, ну а тут теперь новое гнездо решили свить. Так, на улице пока у нас тепло, хорошо. Погодка такая более уже теплая.
ветра сильно нету, решила пойти вынести рассаду. В общем, в теплицу. Теплицы мы накрыли. Обе накрыли пленкой. На ту теплицу я заказывала с Валбереса большую пленку, чтобы сразу не склеивать. В общем, 10 метров и ширина 6 метров шва. А на маленькую тепличку я уже склеила. В общем, у нас почему-то не продается 3-метровый рукав. Только по 1,5 приходится поэтому склеивать. Ну, в общем, мы их накрыли. Вот они уже пару дней стоят. И хочу сейчас вынести рассаду, потому что помидорки уже у меня подтянулись сильно. Нужно им свету дать. Ну и несколько дней еще постоят, и потом уже только буду их высаживать в теплицу. Сейчас покажу. Вот теплички. В этой тепличке маленькой буду, в общем, высаживать огурчики, арбузики там, дыньки. Ну и перцы острые хочу еще. Немного у меня там есть. Тоже их туда высажу. Ну а в эту уже пойдут болгарские перцы и томаты. Вот так они хорошо прогрелись. В общем, Саша мне вчера тут тоже перекультивировал землю. Здесь у нас была дорожка. В общем, пришлось это все убирать. Немного по-другому распланировать. Ну и там, как всегда, вдоль теплицы, в общем, сделаю тоже грядочки. И там посажу цветы. Там у меня очень хорошо растут, в общем, гладиолусы. Так, здесь тоже сегодня сделаю грядки. Здесь грядки, здесь грядки. Здесь буду сажать, в общем, морковь. Ну, а здесь уже всю остальную мелочь. Потому что по этой стороне земля удобренная, хорошая. Уже сюда много компоста вносили. И поэтому, думаю, морковочка здесь будет лучше расти. Ну, и Саша здесь плюс поглубже скопал. Так, ну и вот там у меня кусочек остался еще под капусту. И вот там сделаю грядочку вдоль батуна, вдоль забора. Там высажу уже лук-экзибишн. Рассада у меня растет. Тоже пару дней подождем и потом уже высажу. Картофель уже Саша с детьми посадили все. В гребень также садили. Пока Саша нарезал, все тут делал. Никита разложил картофель, в общем. И Саша потом закопал и все уже. Так, ну и вот здесь у меня еще участок земли. Это тоже потом все здесь уберется. И тоже здесь... В общем, рассажу капусту. Капусту я тоже посеяла, она у меня взошла. Капусту, в общем, сажала три вида. Это риндо, Санькина любовь и. Короче, грибовский. Всегда его сею на посадку. Очень хорошо растет. Ну, еще посадила, по-моему, цветную капусту. Ну, цветная капуста пока еще не всходит. Ладно, идем посмотрим, что там в теплице у меня. Так, прогрелась вроде. Здесь хорошо. Так, ограничителей пока у меня здесь на дверях нету. Ну, пока так. Ну да, здесь прям жарковато, хорошо. Да, здесь пока еще ничего не перекапывали. Перекапывать будем прямо перед самой высадкой, чтобы земля не сохла. Сюда только Саша с компоста привез кучу. Никита раскидал, здесь разложил. Потом, когда перекапывать будем, вот этот, в общем, весь пырей, я его вытрясу, уберу. Потому что здесь и малина, и пырей, и все. В общем, оттуда из-за теплицы лезет. Ну, в принципе, я его вытрясаю, когда перекапываю. Земля здесь рыхленькая, хорошая. И он хорошо убирается. Ну, а сейчас, в общем, на середину вот так вот вынесу. Рассаду составлю. И, в общем, заносить ее уже не будем. Тут ее и буду оставлять. В принципе, сегодня у нас уже 28 число. И думаю, ничего страшного не будет. Буду на ночь ее прикрывать. Чтобы она, мало ли, заморозки пока. Все равно еще ожидаем возвратные. Так, и здесь, так как у меня теплица, он вся бежит. Сначала сейчас, в общем, натяну ткань. И потом уже вынесем рассаду. Чтобы пока рассада не мешалась растягивать. Ну, в общем, вот так вот натянули теплички. Пока погода была, там такая, прогальчиками, в общем, по-быстрому натянули. Потому что в ветреную погоду тоже натягивать не очень. Ну и здесь вот еще тепличка. Саша теплицу приподнял, теперь высоковато. Так, и здесь Саша уже мне все тут перекопал вручную. Вот такая вот тепличка. Ну, в принципе, как огуречник, вообще прям замечательно. Там просто сделал форточку, будет достаточно. Ну, здесь она, в общем,
в ней не так жарко, как в той тепличке. Не знаю, может, из-за пленки, там другая пленка идет. Но она и писалась, что, в общем, она и тепло держит, и тянется очень хорошо. Ну, в общем, такая хорошая пленка. Ну, посмотрим, как она простоит сезон. И будем уже, если хорошо будет стоять, тогда будем уже заказывать. В принципе, по цене даже чуть дешевле получается. Так, вот такая вот там форточка. Скотчем это просто вот отделано, держатся боковушки, чтобы когда верх вот этот накрывали, чтобы боковушки не болтались, не мешались. Пролепили их скотчем. Ладно, сейчас найду ткань. И уже натянем. Здесь потом тоже так же сделаю ткань, чтобы ничего не бежало на голову. Я ее не притеняю, ничего, просто чтобы вот эти вот капли, когда потеет пленка, они, когда ветер, на голову за шиворот все не лилось. И все. Так, ладно. Сейчас найду ткань, уже все натянем и вынесем рассаду. Ну, здесь, да, прям чувствуется жарче. Ну, здесь, в принципе, она еще и на солнце уже стоит, теплица. А здесь наполовину еще, можно сказать, в тени стоит. Так, все, вынесла всю рассаду. Такие томатики сильно вытянулись. Ну, ничего, они сейчас несколько дней здесь постоят. И будут хорошенькие до высадки. Такие окрепнут. Перчики мои совсем что-то. Какие-то хиленькие, не знаю, что там вырастет, с них нет. Ну, думаю, может, землю высажу, нормально будет. Здесь у меня, в общем, тоже перчик, лучок, цветочки. Все растут. Лук экзибишен на рассаду. Так, и вот здесь вот у меня остатки, в общем, томатиков. И капуста вот начала всходить. Я сейчас посмотрю, проверю, сразу пролью, чтобы ничего здесь не пересыхало. Так как термометра пока нет. Сейчас Саша мне здесь ограничители на ручке сделает, на двери. Чтобы можно было открыть и с той, и с другой стороны. И уже прикрою, пусть стоят. Растут, в общем, крепнут мои саженцы. Лучок тоже вон какой уже. Ну, грядочку сделаю, может, пару дней еще и высажу его. Сейчас пролью, эту земелька подсохла. Ну, а так, в принципе, хорошенький. Больше его не постригала, вот раза три только постригала его, и все. Ну, думаю, так уже высажу и уже не буду его больше постригать. Пусть растет, пусть идет в рост. Вышли, в общем, с Ванечкой на улицу. Буду сейчас делать грядки. Саша мне, кстати, сделал вот ограничители на двери, чтобы можно было уже открывать. Сейчас покажу. Вот такие, в общем, штучки. Можно делать больше, меньше. Туда-сюда, на те двери, на эти. И здесь на эту тепличку тоже, и там на форточку, в общем. Ну, там не сильно, чтобы открывалось. Посмотрим, здесь так как бы не сильно жарко. Ну, там уже по ходу дела будем смотреть, как будет. Жарко, не жарко. Вообще, огурцам. В общем, вот здесь немного еще докопала вдоль теплички маленькой. Сделаю здесь грядочку. И вот здесь вдоль этой теплички тоже у меня всегда здесь идет грядочка. Здесь я сажаю, в общем, гладиолусы. Они возле теплицы прям очень хорошо так растут. Где бы ни пробовала их сажать, они почему-то не растут, мельчают и не цветут, и вообще погибают луковички. Ну, а вдоль теплицы, вот, в общем, сколько лет уже сажаю, и замечательно растут, и луковички вырастают хорошие, цветут замечательно, все дружненько. Ну, в общем, здесь решила тоже в этом году сделать грядочку и также сажать уже луковички гладиолусов. Сажаю, в общем, гладиолусы и бархатцы, чтобы было так покучнее, лучше. Ну и займусь здесь, в общем, сделаю грядочки под морковь. Так, и уже по этой вот стороне, вот за этой тепличке, сделаю грядочки под всю остальную мелочь. Там свекла, редисочка, этого еще ничего вообще не сажали. Только вот займусь посадками. Посадила там в ограде, в общем, две грядочки чеснок и лук семейный, который на перо. И все, и пока больше не занималась посадками. Вот только руки дошли. Ну и плюс тепло у нас только. Земля, правда, еще вот трогаю, она еще прям холодная. Сверху ничего немного прогрелась, а снизу прям еще холодная. И поэтому у нас вон черемуха здесь только-только зацветает. Ну, думаю, нормально все успеет вырасти. Буду заниматься уже посадками сейчас. Так, и здесь потом вот это тоже все уберем. Уже ближе, как
подрастет моя рассада капусты. Здесь Саша тоже все перекультивирует. И уже высажу здесь капусточку. Здесь и там еще за теплицей, за большой. Высажу, выкатила коляску. В общем, на улице пока тепло, хорошо. Ветер, правда, у нас восточный, юго-восточный дует. Но теплый. В общем, я тут заставочку поставила, коляску нормально. Ветер не дует здесь. Так, пришли в тепличку, открыли всю рассаду. С утра было плюс 3. В общем, все переночевала. В общем, здесь хорошо. Накрывала, в общем, тканями, сверху пленкой. Здесь вот у меня вот эти ящички два вообще стояли просто так. Здесь у меня томатики. Ну, тоже, в принципе, хорошо. Даже не померзли. Не холодно было. Да, здесь вот капусточка. Это вот ринда капуста взошла. Здесь вот у меня сидит цветная капуста, но пока тихо. Это вот Санькина любовь стала сходить. Капусточка. И вот там уже грибовский. 147-й пошел сходить. Ну, ничего, взойдут. Быстро она оклемается. Уже хорошенькие, маленькие пересажу. Они быстро пойдут в рост. Рано капусту не сею, но рассаду, потому что, в общем, ей еще, считай, до октября месяца расти, чтобы кочаны не разлопывались. И оптимальное время вот с 20-го где-то вот так вот мая всегда высаживаю, сею, в общем, семена. Это у меня тут алицум зацвел. Такой прям сладкий-сладкий пахнет, очень вкусно. Ну что, а рассада, в общем, переночевала хорошо. Томатики все выпрямились, хорошенькие такие стоят. Крепенькие. Так, ну и здесь в ограде у меня вот лучок здесь. Семейный растет. И вот здесь вот чесночок тоже начал сходить. Хорошенькие такие уже полезли. Здесь у меня клубничка пошла в рост. Уже кое-где, смотрю, цветонос выпускает. Вон они какие. Здесь тоже никак руки все не дойдут. Тут надо прорыхлить ее. Ну, пока вот только прополол, опять трава вон стоит. Ну, доберусь и до клубнички, в общем. Ну, чесночок сходит. Лучок тоже сходит. Собака, смотрю, мне здесь попакостила, повазила. Везде успела. Здесь пока еще ничего не сажала. Здесь хочу цветы посеять. И, наверное, салат вот так вот. Тоже он как декоративный. Ну, первое время будем кушать, а потом уже как декор пойдет. Так, ну по розочкам у меня тут, смотрю, вот эта розочка отошла. Вот она. Вроде хорошие листики пошли уже. Надо здесь прополоть травку, чтоб видно было. Вот эта розочка что-то тихо. Хотя нет, вот внизу вроде идут росточки, почечки. Ну, значит, тоже живая. И это тоже вот розочка отходит вот снизу тоже. Вон они идут. Ну, значит, все живые. Это вот тоже сухие бодолины вот эти обрежу. И пусть уже новые нарастают. Здесь вот у меня разбитое сердце. Тоже вот так вот уже пошел в рост. В общем, там гортензия тоже отходит. Я ее пересадила. Спаржа, в общем, яблонька распускается. Все распускается. Здесь вот так вот у меня пиончики, в общем, распускаются уже хорошенькие. Что-то тюльпанов в этом году повылазила целая куча. То ли разрослись детки дали, то ли что. Вроде столько не было. Некоторые он уже даже выпускает тюльпанчики. И вот там у меня крокусы, ой, эти нарциссы и тоже тюльпанчики. И ласточки как щебечат. Березки вон, сережки выпустили, прям такая красота.
Вот это вот без сережек стоит березка. Вот эти вон вообще уже распустили листики. Хорошо. А эти как-то припозднились. Странно. Ну, красиво стоят. Сережки прям такие раскрылись уже. Прям красота. Так. Ну и здесь вот у меня тоже вон какие уже выпустил. Тоже сколько уже стрел выпустил клематис. Тоже нужно уже натягивать веревки. То скоро начнет уже закручиваться. Ну и там, в общем, ирисы. Ну так, в принципе, все хорошо. Растет замечательно. Там у меня еще по той стороне, в общем, где сирень у меня растет, там у меня зашли еще беленькие. Забываю, как хландыши называются. Тоже нужно будет их куда-то сюда перенести. И здесь уже, чтобы они росли на постоянке. Они разрастаются сильно. Ну, а с другой стороны, Саша там скашивает всю траву и здесь скашивает. Ну, ладно, посмотрим. Куда-нибудь их тоже приспособлю. Ну, на улице погода замечательная, хорошо. Сыночек, вон уже все. Песочницу. Здесь тоже надо все убрать и распахать землю. Под цветы клумбочки сделать. Саша там, кстати, сделал тандыр. Доски оттуда все убрали. На днях будем испытывать. Попробуем что-нибудь приготовить в нем. Здесь тоже у нас картофель сидит. Вот, кстати, ландыш. Вон они как разрослись. Все прямо. Все зарастает. И в дерне везде. Там Марин Корин лезет. И вот эту сирень хочу тоже отсюда убрать, за ограду высадить. Ну, это уже по осени. Здесь вот тоже березка уже листик выпускает. Хороший. Ну, вот такую вот печечку Саша сделал. Здесь отлил плиту, красота. Попробуем на днях. Что-нибудь в ней приготовить. Прогреем, обожгем. И будем стряпать, готовить. Нужная вещь, в общем. Стреляю, что бью по чуть-чуть. Вот там уже.